Поговорим о резонансном происшествии, которое случилось в субботу. Неизвестный мужчина напал на троих подростков. Этой историей занимался Денис Воробьев. Он присоединяется к разговору. Денис, расскажи, что известно. Алина, известно, что инцидент произошел в микрорайоне Московский. Среди пострадавших трое мальчиков 11, 12 и 13 лет. В группе микрорайона под названием «Наш родной Московский» Екатерина Калычева разместила пост о поиске свидетелей. Предлагаю вниманию выдержку. Мужчина нанес удар одному из ребят, тем самым у мальчика сотрясение. Двум остальным нанес химический ожог, полностью вылив на них перцовый баллончик. Зажав их в углу, прыскал, пока не закончился. Заявление в полицию написано и получено медицинское заключение. Алина, замечу, я разговаривал с Екатериной, автором этого поста, но пока она отказывается от съемок. Эта история получила неоднозначную реакцию, в том числе и в соцсетях «Барса». Часть интернет-пользователей утверждает, мужчина не имел никакого права распускать руки. Да еще и с такой агрессией. Другие считают иначе, мол, молодежь такая пошла, доведет любого. Я ознакомился с отзывами, но, чтобы не считали наши комментаторы, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Давайте послушаем. По версии следствия, неизвестный мужчина в подъезде дома в микрорайоне Московский распылил в лица мальчиков 11 и 13 лет перцовый баллончик, чем причинил им химические ожоги. Затем он подошел и ударил 12-летнего подростка, в результате чего он получил сотрясение мозга. Данные повреждения имеют признаки средней тяжести вреда здоровью. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы.